ностальгических нот, на волне позабытых мелодий. Вместе с вами ночное такси, городских серенад и рапсодий. Я всегда говорю о том, что география съемок студии «Ночное такси» очень и очень велика. Я очень рад тому, что из самых разных мест люди приезжают к нам. И невзирая на расстояние до Санкт-Петербурга, которое они проезжают, мы можем вам показать их замечательную музыку. Поверьте, я очень благодарен людям за доверие к нашей продюсерской компании и за то, что они преодолевают такое большое количество километров для того, чтобы приехать сюда, на нашу съемочную площадку. Я с удовольствием представляю вам Славу Сибиряка. Это автор-исполнитель действительно из Сибири, псевдоним не преувеличение. Он проживает в сибирском городе Кемерово и пишет очень своеобразную музыку. Я надеюсь на то, что эта музыка будет понятна здесь. Я уверен в том, что эта музыка достойна того, чтобы вы слушали ее и смотрели на нашем телевизионном канале. Итак, Слава Сибиряк, Кемерово, встречаем. Просто гость, год за годом стирает временем, на ошибки проходит злость, все ненужное мудрость выбросит, все плохое забуду сам. По дороге судьбы извилистой прячу шрамы глубоких ран, открою дверь воспоминаний, дом пустой. Оконных стекол звон нарушит тишину. В разбитом зеркале осколки жизни злой. В потухшей печке ветер ворошит золу. Стоит в углу давно погасшая свеча. На старой скатерти букет завядших роз. Седая память фотографий, жизнь моя. И воет где-то за окном бродячий пес. Час настанет, душа покается, стиснет зубы, жестокий грех. Режет вены, кричит и мается, зависть лживая смотрит вслед. Дрожь по телу напомнит прошлое, вечным грузом на сердце боль. Слабость спорит, как девка склочная, разум молча уходит прочь. Открою дверь воспоминаний, дом пустой. Оконных стекол звон нарушит тишину. В разбитом зеркале осколки жизни злой. В потухшей печке ветер ворошит золу. Стоит в углу давно погасшая свеча. На старой скатерти букет завядших роз. Седая память фотографий, жизнь моя. И воет где-то за окном бродячий пес. Стоит в углу давно погасшая свеча. На старой скатерти букет завядших роз. Седая память фотографий, жизнь моя. И воет где-то за окном бродячий пес.
уносит мысли ветер, торопит даль седые облака. Который год, вбивая жизни пепел, в наколках арестантская рука. Который год, ночами снится воля, с рассветом лагерь будет поутру. Который год, все отрицает доля, он подарил такую мне судьбу. Пусть все не так, о прошлом не жалею, в тюремных стенах выросла душа. Пусть все не так, иначе не умею, святые тронут небо купола. Пусть все не так, воспоминаний строки, любовь простилась замужем давно. Пусть все не так, я помню все истоки, другого-то и нету ничего. Осенний первый вечер, как в тот сентябрь 10 лет назад. Ну вот и все, становится мир тесен. На мой звонок придут мои друзья. Ну вот и все, полжизни за спиною, колючкой ржавой путает года. Ну вот и все, я заберу с собою под белую рубахой купола. В который раз откроются ворота, мне смотрят вслед знакомых сотни глаз. Я постою, дойдя до поворота, что это было все в последний раз. Осенний дождь до станции проводит, зайду в вагон, присяду у окна. Под стук колес свобода вдаль уводит. Не помню я, где станция моя? Не помню я, где станция моя? Еще один автор-исполнитель из Москвы, наш друг Андрей Мороз, появляется сейчас на этой сцене в Санкт-Петербурге. Я очень рад тому, что мы обязательно в наступившем 2017 году издадим вам его новый компакт-диск. Это стало нашей доброй традицией каждый год по альбому. И в большом количестве съемок, начиная с 2012 года, этот талантливый московский музыкант принимает участие. Сегодня с большим теплом приглашаю на сцену Андрея Мороза вновь. Закружат метели, придут холода, и будут недели лететь никуда. Забудь все тревоги, я с тобой.
я ангел-хранитель твой. Мы эту зиму переживем, не бойся, любовь согреет своим теплом. Не бойся, не бойся, не беспокойся, я с тобой, не беспокойся. Залью же дороги, пути занесем, совьется в клубочек пушистый наш ком. И пусть дуют ветры за стеной, я ангел-хранитель твой. Мы эту зиму переживем, не бойся, любовь согреет своим теплом. Не бойся, не бойся, не беспокойся, я с тобой, не беспокойся. Я здесь, дорогая, мерцает свеча, согрею тебя я, родная душа. Не бойся зимы, ведь я с тобой, я ангел-хранитель твой. Мы эту зиму переживем, не бойся, любовь согреет своим теплом. Не бойся, не бойся, не беспокойся, я с тобой, не беспокойся. Не беспокойся, я с тобой, не беспокойся. Что дать тебе могу я, только грезы. Остались позади давно лишь слезы. Глядят на нас с осеннего окна. Любимая, отдать тебе могу я лишь печаль. А мы с тобою так от них устали, и сердцем ждем, когда придет весна. Нет, не ушла любовь, она дана нам свыше. Господь с небес нас слышит, Господь с небес нас слышит, и думает о нас. Нет, не ушла любовь, она чуть стала тише, но мы ее услышим, но мы ее услышим в вечерний тихий час. Любимая, как много поменялось в этом мире, и многие сердца в путь остыли. Но верю я, что это не про нас. Любимая, смотри на нас, опять идут рассветы, и музыка звучит
всей планеты. И это ни на миг, ни на час. Нет, не ушла любовь, она дана нам свыше. Господь с небес нас слышит, Господь с небес нас слышит и думает о нас. Нет, не ушла любовь, она чуть стала тише, но мы ее услышим, но мы ее услышим в вечерний тихий час. Говорю сегодня весь вечер о географии наших съемок. И, конечно же, сейчас приглашу на сцену человека, которого очень уважаю, человека, который является моим коллегой. Он работает ведущим на телевидении в столице Татарстана, Казани. Замечательный поющий поэт, замечательный автор, актер. Я очень рад тому, что Алексей Иванов вновь с нами. Я очень рад тому, что очень популярным стал его компакт-диск, который наша студия издала чуть более 2 лет назад. Сегодня Алексей Иванов вновь на нашей сцене в Санкт-Петербурге. Встречаем. Я не верю прощальным словам. Давай я надежду оставлю нам. Там, где мы с тобою расстались, все ж я жду тебя в первый весенний дождь. Я рядом с тобой каждый день, каждый час. Я рядом, меня даже слышно сейчас. И слов этих тайну лишь ты поймешь. Я жду тебя в первый весенний дождь. Я жду тебя первый весенний дождь. Я жду тебя первый весенний дождь. Мне нравится быть в твоей власти. Когда со мной первый весенний дождь, я счастлив в ожидании счастья. Я счастлив в ожидании счастья. Пока ты гадаешь, любовь не любовь, быть может, мой голос, услышав вновь, слезинку о прошлом легко смахнешь, а может, прольешь настоящий дождь. Пусть смоет он все опасения твои о разнице будущем и любви. Ты помни, что там, где расстались, все ж я жду тебя в первый весенний дождь. Я жду тебя первый весенний дождь. Я жду тебя первый весенний дождь. Мне нравится быть в твоей власти. Когда со мной первый весенний дождь, я счастлив в ожидании счастья. Я счастлив в ожидании счастья. Я жду тебя первый весенний дождь. Мне нравится быть в твоей власти. Когда со мной первый весенний дождь, я счастлив в ожидании счастья. Я
Я счастлив в ожидании счастья. Я жду тебя первый весенний дождь. Мне нравится быть в твоей власти. Когда со мной первый весенний дождь, я счастлив в ожидании счастья. Я счастлив в ожидании счастья. Я жду тебя первый весенний дождь. Мне нравится быть в твоей власти. Когда со мной первый весенний дождь, я счастлив в ожидании счастья. Я счастлив в ожидании счастья. Доброй прохладой ветер пары соединя. Он и тебя приметил, плечи слегка обнял. Вспомни меня скорее, и пусть не в руке рука, но я тебя согрею песней издалека. Издалека я снова признаюсь в любви тебе. Необъяснимо красивая, самая лучшая на земле. Знай, что лишь ты неземное счастье дарила мне. Непоправимо любимая, самая лучшая на земле. Поверить можешь, но вопреки судьбе, в эту минуту тоже я думаю о тебе. Ты усомнись в сомненьях и просто на раз, два, три, наперекор вселенной номер мой набери. Издалека я снова признаюсь в любви тебе. Необъяснимо красивая, самая лучшая на земле. Знай, что лишь ты неземное счастье дарила мне. Непоправимо любимая, самая лучшая на земле. Издалека я снова признаюсь в любви тебе. Необъяснимо красивая, самая лучшая на земле. Знай, что лишь ты неземное счастье дарила мне. Непоправимо любимая, самая лучшая на земле. Непоправимо любимая и самая лучшая на земле. Москвич Александр Сафронов, автор и исполнитель, появится сейчас на нашей сцене впервые. Я очень рад тому, что постоянно приходят новые люди. Я очень рад тому, что интересная авторская искренняя музыка может нами визуализироваться в фильмах студии «Ночное такси». Очень рад, что аудитория узнает этих людей. Александр Сафронов – человек очень основательный. Александр Сафронов – человек, который принял решение приехать к нам и решение свое выполнил. Сегодня я с большим удовольствием предлагаю встречу с ним в нашем фильме-концерте. Итак, Александр Сафронов, Москва. Встречаем. На
зеленом ковре красной кружкой капли ягоды пролились над моей горемычной головушкой. Три годка словно день пронеслись, и опять по бруснику, по ягоду я в запретную зону хожу. Доживу за полгода, не слягу я, и на волю еще погляжу. Мама, я не я, беда, но кругом беда. Лишь брусника, ягода, да кусочки льда. Сколько горе мыкая, по волнам плыву. Ягодой, брусникою, да тобой живу. По морозцу пройдусь утром раненько, каплю ягоду пожевать. Не подумал бы кто из охранников, будто я собираюсь бежать. Потерпи, я прошу, хоть немножечко, полгодочки тянуть до звонка. Ах, девчоночка, дикая кошечка, ах, брусничка, ты сладко-горька. Мама, я не я, беда, но кругом беда. Лишь брусника, ягода, да кусочки льда. Сколько горе мыкая, по волнам плыву. Ягодой, брусникою, да тобой живу. Сколько судеб и тропок отмерено, но бруснички любой в зоне рад. Ведь не зря называют на севере эту ягоду наш виноград. Я приеду к тебе, кошкой дикою, мама, мамочка, я вернусь. Ты поставишь ватрушку с брусникою, я не выдержу и разревусь. Мама, я не я, беда, но кругом беда. Лишь брусника, ягода, да кусочки льда. Сколько горе мыкая, по волнам плыву. Ягодой, брусникою, да тобой живу. Мама, я не я, беда, но кругом беда. Лишь брусника, ягода, да кусочки льда. Сколько горе мыкая, по волнам плыву. Ягодой, брусникою, да тобой живу. Ягодой, брусникою, да тобой живу. По лужам шлепаю, а вода щекочется. Тень моя промокшая по земле волочится. Капли словно грошики, увидав меня, в губы пересохшие падают звеня.
забегу посплетничать. Я сегодня к лешему, он поставит браги мне соком травки бешеной. Даже не закашлявшись, осушу настой за грехи вчерашние, чокнувшись зарей. И почтовым голубе сердце захмелевшее полетит из сказки той, из берлоги лешего сядет в руки белые после первых слов. Что со мною делает, что со мною делает, что со мною делает пьяная любовь? Сядет в руки белые после первых слов. Что со мною делает пьяная любовь? Пусть душе не хочется жизнь менять на мелочи, я цветы рассветные соберу для девочки. Надо бы закусывать, коли брагу пьешь. В кудри мои русые падал сонный дождь. Я по лужам шлепаю, а вода щекочется. Тень моя промокшая по земле волочится. Капли словно грошики, увидав меня, в губы пересохшие падают звеня. И почтовым голубям сердце захмелевшее полетит из сказки той, из берлоги лешего сядет в руки белые после первых слов. Что со мною делает, что со мною делает, что со мною делает пьяная любовь? Сядет в руки белые после первых слов. Что со мною делает пьяная любовь? Что со мною делает пьяная любовь? Сейчас приглашу на сцену питерского автора-исполнителя Владимира Назаренко. Ну, о его появлении на нашей сцене, надо сказать, особо. Это, в общем, не легенда, но в жизни такое бывает. Это человек, с которым мы до встречи, перед тем, как пригласить его на эту сцену, не виделись ровно 26 лет. Такое бывает, но такое бывает не всегда. Чаще в кино, чаще по сценарию, в жизни реже. В свое время студия «Ночное такси», мы существуем с 1985 года и занимаемся музыкой, имела выездную дискотеку. Тогда, в 1990 году, это было очень модно. Мы сотрудничали с Краснознаменным Балтийским флотом. У флотских в Калининграде, вернее, в городе Светлогорск, была своя большая туристическая база отдыха для моряков. И вот там студия «Ночное такси», заключив официальный договор, расположила свою дискотеку. Мы приезжали туда из Петербурга вахтовым методом. И, кстати, находясь сейчас за пультом в этом зале, наш главный звукорежиссер Вячеслав Распопов и его супруга Любовь тоже были там, не только я. И целый сезон 1990 года мы отработали там. Целый сезон с мая по октябрь. Так вот, Владимир Назаренко, офицер Краснознаменного Балтийского флота, был директором клуба того самого, где располагалась дискотека студии «Ночное такси» на выезде.
Мы встретились буквально только что. Он много лет уже живет в Санкт-Петербурге. Он стал сочинять свои песни, и именно эти песни нас и подружили. С большим удовольствием приглашаю вас к встрече с этим замечательным человеком. Владимир Назаренко, Санкт-Петербург. Встречаем. Люблю тебя, мой город на Неве, ведь ты красив в жару и в непогоду. Колонн твоих растральных маяки нам светят всем в любое время года. Адмиралтейский шпиль, Александрийский столб, невыгранитный берег на рассвете, храм Спаса на крови и звон колоколов нам никогда не позабыть навеки. Храм Спаса на крови и звон колоколов нам никогда не позабыть навеки. Тут дух Петра пронизывает все, покой мостов грифоны охраняют, и медный всадник смотрит сквозь года. Здесь ангел нас хранит и окрыляет. Адмиралтейский шпиль, Александрийский столб, Невы гранитный берег на рассвете, храм Спаса на крови и звон колоколов нам никогда не позабыть навеки. Храм Спаса на крови и звон колоколов нам никогда не позабыть навеки. Мосты твои разводятся легко, как крылья бабочки пролеты вверх порхают, и белой ночью здесь как днем светло. Дворцов ансамбли город обнимают. Адмиралтейский шпиль, Александрийский столб, Невы гранитный берег на рассвете, храм Спаса на крови и звон колоколов нам никогда не позабыть навеки. Храм Спаса на крови и звон колоколов нам никогда не позабыть навеки. Наш гость с русского севера, из Петрозаводска, Валерий Новиков. Мне очень приятно, что человек знал про нас заранее. Знал о компакт-дисках студии «Ночное такси», знал о наших средствах массовой информации и решил впервые выйти на сцену именно у нас. Я очень рад тому, что мы по-настоящему подружились. Валерий приезжал специально для участия в нашей программе в эфире радиостанции «Шансон-24». Кстати, на YouTube, естественно, есть видеозапись его интервью. Это был большой часовой эфир, и мы поняли, что надо работать вместе. Для меня очень важно было то, что это, кстати, была первая профессиональная радиостанция, где Валерий Новиков появился. Я очень рад тому, что сегодня это первая профессиональная съемочная площадка, где он появляется со своей авторской музыкой. Также радостно, что самый первый его компакт-диск в этом году обязательно выйдет здесь, на студии «Ночное такси». У него уже были издания, но локальные. А вот так, на большой земле, что называется, по-серьезному, мы издадим его песни впервые. Итак, Валерий Новиков, Петрозаводск. Встречаем. Дом в деревне, а в саду есть баня. На крылечке сына ждет, грустит маманя. Как ты там, сынок, когда приедешь? Сердце матери болит, а ты не едешь. Ко мне не едешь.
Как там доченьки мои, чего ж не пишут? Наверно, заняты они работой слишком. Вы приезжайте, все заботы бросьте. Я пирогов вам напеку, тут отдохнете. Здесь отдохнете. А мы все крутимся, дела, работа. Проблем придумали себе, спина аж взмокла. Вот бросить все, рвануть в деревню к маме и душу милую согреть своим вниманием. Согреть вниманием. Но дни летят, недели, месяцы проходят. Не замечаем время мы в своей погоне. А у окошка все грустит маманя. Когда ж сынки приедут, стопят баню. Мне стопят баню. Бросить я сейчас, бежать ногами. А на крылечке не сидит, не ждет маманя. Приедем в дом мы с братом, сходим в баню. Потом, не чокаясь, мы выпьем и помянем. Потом мы выпьем за маманю. Опадает с грустью, аромат весны прошел. Погрущу чуть-чуть я, так и молодость моя быстро пролетела, жизнь вся только впереди. Много я успею. Зацвела рябина на краю села, соловей игриво мне поет с утра. Будет счастье вечно в моей жизни длиться. Как я был наивен, так уж говорится. Куст сирени под окном зацветет в июне. Зрелый возраст подошел, я слегка в ажуре. Много в жизни я достиг, многого добился. Отчего ж душа болит и мой глаз слезится. Пустяки, цветочки у меня в саду. Жизнь все шла по кочкам, а теперь в цвету. Как на автобане мчу во весь опор. Сколько мне осталось, скоро ли приговор?
яблони и вишни в лето вновь цветут. Жизнь уже в разгаре, рядом милый друг. Не один теперь я, снова счастлив я. Жизнь имеет смысл, в счастье верю я. Облепиха ягода, вся уже в соку. Жизнь моя, как радуга, быстро я лечу. Что нас ждет в начале, что на склоне лет? Кто об этом знает, сколько будет бед? В октябре деревья загрустили вдруг. Скоро осень снова, холода придут. Не страшны морозы, стужа и снега. Отогреет душу мне любовь твоя. Белый снег пушистый падает с небес. В белые узоры весь окутан лес. Как же долго счастье я свое искал. Наконец нашел я, как же я устал. Чемодан готов в дорогу, уезжаю ненамного. Вроде как опять зовут дела. Ты давай не расслабляйся, кухней, домом занимайся. Пролетят денечки быстро, как всегда. Сопли, слезы подотри, сильно много не грусти. По делам ведь еду, не на танцы. Не мети, не мой полы, буду я дня три в пути. А потом начни уж прибираться. Если что-то вдруг не так, сообщи чего и как. Я ж страдать в разлуке буду. Сильно Бога не гневи, пыль всю с мебели сотри. Каждый день стирай и мой посуду. Как приеду, отзвонюсь я, да не будь ты как Маруся. Ты в дорогу слезы мне не лей. Вдруг сосед зайдет за солью, приголуб его достойно. Только сильно уж, пожалуйста, не бей. Пельмени в морозилке, не мори себя горилкой. Щи в кастрюле с поварешкой у плиты.
Дня на три их точно хватит, а потом уж как покатит. Только, милый, язву с дуру не схвати. У порога дорогого, у крыльца родного дома, так жена мне на прощанье говорит. А во мне душа клокочет, будто изменить все хочет. Что-то тут не так мне все твердит. А я плачу и рыдаю, на кого ж ты, дорогая, уезжая, нас оставишь тут одних. Как я буду в одиночку без тебя растить, сыночка? А она лишь смотрит в точку и молчит. Просыпаюсь весь потуя, слава богу, что лишь сплю я. Вот так сон приснится ж чушь. Весь дрожа я встал с постели, мои мысли опустели, в свои сны я больше не вернусь. Ну а где же, дорогая, уж на кухне громыхает, соберет меня в дорогу, как всегда. Что за счастье быть мужчиной и любить жену и сына, и такие сны не видеть никогда. Всем мужьям тот сон укором прозвучит, как приговором. Не сбегайте вы надолго никогда. Вдруг жена вот так же сможет, кто тогда нам всем поможет, и какие там настанут времена. Вдруг жена вот так же сможет, кто тогда нам всем поможет, и какие там настанут времена. И ждет меня снова моя дорогая, когда же вернусь я домой. «Парад прекрасных дам» в сегодняшнем фильме-концерте продолжает замечательная Берта Пузян. Это молодая девушка, является еще студенткой, кстати, Петербургского института культуры. Что очень важно, так это то, что это по-настоящему серьезный, искренний авторский проект. Всегда приятно, когда люди знают, чего они хотят добиться. Мы записываем Берту уже второй раз. Это очень интересная музыка, музыка, в которой восточные напевы, музыка, в которой есть что-то от модного стиля нейтив и по-настоящему искреннего восточного исполнения. Действительно интересно, когда человек знает, что он хочет сказать. Это, поверьте, очень сложно. И эта молодая женщина ставит перед собой действительно очень сложные задачи. Она познакомилась с нами благодаря аранжировщику, который много лет работает в нашей студии, Армену Оганесяну, человеку, который и делает всю ее музыку. Для наших зрителей очень интересно то, что вы видите ее творческий рост. Сейчас будет запись всего лишь второй ее песни. Берта Пузян, Санкт-Петербург. Встречаем. Луна к окну прильнула белой птицей, качнулась веткой сердце холодя. По клавишам остывшей черепицы скользнули пальцы теплого дождя. Загадка ночь над крышами, хмельной глоток вина. Загадка ночь над крышами, весенней музыкой полна. Лишь миг один, деревья отзовутся.
хватит, чтоб вернуться и все понять, и все простить без слов. Загадка ночь над крышами, хмельной глоток. Продолжаем знакомить вас с творчеством замечательной Светланы Остапчик. Я очень рад, что судьба нас свела, по-другому не скажешь. Совершенно случайно в Рунете я встретил ее песню, которая носила имя «Питерское весеннее». И песня меня невероятно задела. Я давно не встречал таких замечательных стихов, такой хорошей мелодики, такого драйва в женском исполнении. Мне очень захотелось найти Светлану Остапчик. Это удалось. Она проживает в славном городе Пушкин. Мы подружились с ней, и я очень рад тому, что сегодня мы записываем уже вторую ее песню. Мы очень тщательно относимся к этому. Я уверен, что вам будет интересно. Великолепные, безупречные стихи, очень аккуратное исполнение и очень большое желание отдать свои песни людям. Светлана Остапчик, Пушкин, Санкт-Петербург. Встречаем. Небесных покрывал, сотворялся снег, был неповторим каждый ледяной кристалл. Сколько старания было потрачено, словно невидимый гений-творец, как ювелир у них грани оттачивал, чтобы порадовать мир наконец. Падал снег и таял на лету, и разбивался вдрызг, а мог
тротуар. Падал снег в ночную темноту, едва успев блеснуть при тусклом свете фар. И мечталось, как будет поутру белым-белым целый свет. Но ругали грязь люди на ветру, вот и все, и чуда нет. Просто не вовремя, рано ли, поздно ли, сыпались звездами в теплую ночь. Искорки снежные, хрупкие, нежные, их не вернуть уже и мне помочь. Падал снег и таял на лету, и разбивался вдрызг о мокрый тротуар. Падал снег в ночную темноту, едва успев блеснуть при тусклом свете фар. Уже более 5 лет студия «Ночное такси» сотрудничает с талантливым автором-исполнителем из Санкт-Петербурга Вадимом Тафунюком. На самом деле, совсем недавно, если быть точным, ровно год назад, мы полностью подготовили к изданию его самый первый диск формата DVD, но выпустили его только в феврале 2016 года. Там, кстати, собраны те песни, которые были записаны почти за 5 лет на различных съемочных площадках фильмов студии «Ночное такси». Сегодня еще композиция в исполнении Вадима Тафунюка. Хотя в никуда апрель, словно воск в полынье свечи, уплываю, иду ко дну. Обо мне прочитай по ночной луне, если сможешь уйти в ночи, я оставлю тебя одну. На другой стороне луны кто-то шепчет, не уходи. На другой стороне луны край неведомых миру слез. На другой стороне луны ты смогла себя убедить, что желания мои были все-таки не всерьез. Спят дожди и разлуку готовят нам, может, лучше им промолчать. Я не верю, что ты права. Подожди, разлучат наши имена. Разве действовать сгоряча могут сердце и голова? На другой стороне луны кто-то шепчет, не уходи. На другой стороне луны край неведомых миру слез. На другой стороне луны ты смогла себя убедить, что
желания мои были все-таки не всерьез. Среди фонарей поскорее бы миновать то, что преодолеть должны. Спит земля, свет сиреневый на заре. Может, все же растет трава на другой стороне луны. На другой стороне луны, на другой стороне луны, кто-то шепчет, не уходи. На другой стороне луны, край неведомых миру слез. На другой стороне луны, ты смогла себя убедить, что желания мои были все-таки не всерьез. На другой стороне луны кто-то шепчет, не уходи. На другой стороне луны край неведомых миру слез. На другой стороне луны ты смогла себя убедить, что желания мои были все-таки не всерьез. Закрыто, джентльмены, повторю для слов. А повторять, джентльмены, я не люблю. Как Миссисипи дразнят воды из речушки у Олф, так рокобили имитирует блюз. Печали в танце, что мозоли, только это пустяк. Мой пианист любой тиранит мотив. И я пою хоть от души, но все же кое-как. Прости мне, Элвис, если можешь, прости. Что репетирует оркестр, вам все равно ни к чему. Но помнят рифы на гитарной струне. Что у коровы только нота, только длинная. У этому сегодня будет в цене. Ты словно камень с души. Забудь, а лучше пиши. Но если все-таки вернуться судьба, то заруби на носу. Я ненавижу попсу. Мой адрес Мэнтис, рок-кабили фар. Здесь нет стриптиза, джентльмены, берегите бока. У вышибалы очень бравурный нрав. Скажите бармену за стойкой глубину кошелька. Пусть ваши глотки не заснут до утра. Я не умею петь по нотам, да и вам не даю. Зачем ковбою на корове седло? Но что поделаешь, бывают корабли без кают. Зато с фигурой кое-где повезло. Эй, тот, что в угол летит, бравада вам ни к чему. Не любит покер пару лишних тузов. Приберегите вашу ругань, все равно не пойму. И дайте сдачи, ну хотя бы разок. Ты словно камень с души. Забудь, а лучше пиши.
Но если все-таки вернуться судьба, то заруби на носу, я ненавижу попсу. Мой адрес Мэнтис, рок-кабили бар. Мой адрес Мемфис, рок-абили бар. Капели звонкий голос, холод поутру и печаль светла. Впереди гроза, птичий хор надежды полон, что весна всерьез, всерьез пришла. Стой, не исчезай, предрассветном синем небе тают облака, и печаль легка. Грёзами полна, расставаний были и не были, и в моей руке твоя рука. Бесприютное счастье мое, задержись хоть на миг, бесприютное счастье мое, не спеши, обними. Если хочешь, останься со мною вдвоем, закружи, закружи меня в пальце, бесприютное счастье. Счастье мое, если хочешь, останься со мною вдвоем, закружи, закружи меня в пальце, бесприютное счастье мое. Стой, не исчезай, свет зеленоглазки мой занятый луч из окрестных туч. Посмотри в глаза, пусть душа моя, как в сказке, смело набирает высоту. Бесприютное счастье мое, задержись хоть на миг, хоть на миг. Бесприютное счастье мое, не спеши, обними. Если хочешь, останься со мною вдвоем, закружи, закружи меня в пальце, бесприютное счастье. Счастье мое, если хочешь, останься со мною вдвоем, закружи, закружи меня в пальце, бесприютное счастье мое. Счастье мое, задержись хоть на миг, бесприютное счастье мое. Закружи, закружи меня в пальце, бесприютное счастье.
счастье мое. И в финале сегодняшнего фильма-концерта для вас будет петь замечательный вокалист, замечательный автор из старинного русского города Вятка, еще иначе именуемым Кировым. Это Федор Хлыбор. Музыкант, который имеет уже более чем 30-летнюю карьеру, музыкант, который работает, кроме того, что открыл сольную карьеру с известной группой из Вятки, которая носит название «Хлыновские бояре». Очень важно, что это человек с колоссальной вокальной школой фолк-музыки. Человек, который действительно любит и знает фолк-музыку, человек, который работает в коллективе очень и очень опытных вокалистов. Очень приятно, что совсем недавно он открыл сольную карьеру. Очень приятно, что это в чем-то эклектическая, но все равно очень-очень искренняя и очень русская песня сегодня появляется от него, исходит от него к людям. И студия «Ночное такси» должна обязательно сделать так, чтобы вы, наша огромная аудитория, могли познакомиться с этим замечательным человеком. Я очень рад тому, что Федор Хлыбор сегодня с нами. Очень рад тому, что он побывал уже в эфире нашей радиостанции «Шансон 24». С ним была уже большая часовая программа, которую тоже можете видеть в записи на YouTube. И сегодня в финале нашего фильма, конечно же, я приглашаю его на нашу сцену в Санкт-Петербурге. Федор Хлыбор, Вятка, встречаем. Сегодня ночью льет дождь, опять так скучно одному. В сомнениях время проведешь, и скоро ли конец, не пойму. Сегодня дождь, наверное, до утра, опять по лужам пузыри. Сегодня точно, как вчера, дождь не умолкнет до зари. Дождь, 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 ты мой незваный гость, мой гость. Ты хочешь, чтобы я был сырым и скучным и немым. Но сколько ты не моросил, все равно не хватит сил сделать, чтобы я был сырым и скучным и немым. Опять капель услышу за окном, так кто-то бьет по барабанам. И если вдруг меня уклонит в сон, то непременно все о жарких странах. Но не уснуть мне в этот поздний час, меня пробудет чей-то странный зов. И до утра мне уж не сомкнуть глаз, я потеряюсь в туче утренних зонтов. Дождь, 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 ты мой незваный гость, мой гость. Ты хочешь, чтобы я был сырым и скучным и немым. Но сколько б ты ни моросил, все равно не хватит сил сделать, чтобы я был сырым и скучным и немым. Незваный гость, мой гость, ты хочешь, чтобы я был сырым и скучным и немым. Но сколько ты ни моросил, все равно не хватит сил сделать, чтобы я был сырым и скучным и немым. Сделать, чтобы я был сырым и скучным и немым. Сделать, чтобы я был сырым и
и скучным, и немым. Ну, вот и все на сегодня, дорогие друзья. Это был 19-й выпуск нашего циклового фильма «Ночное такси. Новое и лучшее». Я очень рад тому, что мы открыли 7-й сезон фильмов-концертов в студии «Ночное такси» на YouTube. Это гигантский видеохостинг. Мы были приглашены на YouTube одними из самых первых русских профессиональных музыкальных команд. Это произошло осенью 2010 года. Начиная с 15 ноября 2010 года, мы работаем на YouTube. Каждый год мы стараемся представить вам никак не менее 12 полноформатных, то есть по 120 минут, как игровое кино, фильмов с оригинальной русской музыкой. Мы принципиально не записываем коммерческой поп-музыки. Мы принципиально не занимаемся музыкой для ног. Мы занимаемся музыкой для ума. Основная задача нашего телевизионного канала с высочайшим техническим качеством, мы работаем в формате 2К, Full HD 1120 на 1080, представлять вам искреннюю русскую песню. Конечно же, благодаря возможностям YouTube, эта музыка отнюдь не из Санкт-Петербурга и Москвы. Это музыка из огромного русскоязычного мира. И мне очень важно то, что к моменту записи сегодняшнего фильма-концерта более 34 миллионов и 176 тысяч наших зрителей посмотрели то, что мы создаем для вас. Я очень рад тому, что люди, которые интересуются истинной русской песней, имеют эту возможность, приходят на YouTube и смотрят телевизионный канал «Ночное такси». Я, Александр Фрумин, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами совсем ненадолго, до 24 апреля. На этой замечательной сцене в Питере для вас будет 22-й фестиваль Аркадия Северного в Санкт-Петербурге. Всего доброго, до встречи в апреле. На зеленом ковре красной кружкой капли ягоды пролились над моей горемычной головушкой. Три годка словно день пронеслись, и опять по бруснику, по ягоду я в запретную зону хожу. Доживу за полгода не слягу я, и на волю еще погляжу. Мама, я не я, беда, но кругом беда, лишь брусника, ягода, да кусочки льда.